Здорово. Хочу рассказать еще об одном секрете. Это локация Икари Валфей, разбитый трамвай. Но это не самое начало локации. Я пришел в нее немножечко не отсюда, а немножечко вот оттуда. Здорово, руки ходячие, как жизнь. Вы скучаете тут? Вот отсюда, да? Сейчас бы меня тут не убили бы. Во-первых, тут уровень второй. На циферблат посмотрите, внизу двоечка. Это я усложнил игру. Вот этот вот разлом, короче говоря. Как он тут называется-то? Восточная площадь. Вот я отсюда пришел. Ты не нужен. Ну, сразу. Вот здесь вот есть башня закрытая. Она называется башня Ортега. Доступ к ней запрещен. В руках у меня сейчас копье Архонта, которое падает с босса, который находится за первой световой стеной. Точнее говоря, не за первой, а за световой стеной А. Когда вы его убьете, вам дадут печать копье Архонта. Так вот это копье, оно просто офигительное, если его прокачать. Потому что у него есть... Потому что его можно кидать. Ну и вообще у него мувсет приятный. Вот это удар с разбегу. Это просто тычок. Вот это вот сильная атака. Ну, двойная сильная атака. То есть сильная атака. Потом еще раз. И вот эта крутилка большинство врагов роняет на землю. Здорово, чувак. Виделись. В общем, на чем это я остановился-то? Чтобы получить ключ от этой башни, нам надо идти вот сюда, на мост. То есть вон там вот разлом, трамвайчик. Идем сюда. Здесь моб толстый на мосту, я его уже грохнул. Потом идем сюда. Тут тоже будет толстячок ходить, я его тоже уже того. Вот, и вот в этом месте... должна быть световая стена тоже. Но не та световая стена... Точнее говоря, не световая стена, а туман красный. Туман. Так вот этот туман красный откроется тогда, когда вот на циферблате сейчас вот кругляшок дойдет до вот этой зоны горизонтальной и загорится красным. И тут должна появиться красная стена. Это как он называется-то? Ну, тоже определенный час. Не час черной дыры, а час... как он называется, я забыл. Короче, специфическое время. Вот сейчас дождусь, пока стрелка часов дойдет до этой зоны. И тут должен появиться... Будет красный туман. И продолжу уже с того момента. Вот, пока тут ждал, чуть-чуть сюда сходил, и, короче говоря, час этот настал. Да, час настал,
А стены почему-то нет. Возможно, надо ребутнуть костер. Ладно, может быть, умереть просто попробовать. Ну-ка. Блин, меня не тут заспавнило еще. Ну ладно, добегу сейчас. Тут ребут... смерть, в смысле, приводит к ребуту Локи всей. Руки меня могут легко тут положить. Ай, блин, я не туда побежал. Твою мать. Не-не-не-не, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Так вы меня, конечно, завалите. Иди, пожалуйста. Вот пока идем, смотрите, сколько с них душ падает на НГ. Ну, это считай НГ плюс 2, только без НГ плюс 2. Здесь фармится вообще милое дело. Вот, видите? Красный туман. Теперь он есть. Только вот мне туда без энергии идти-то не очень надо, наверное. Скотина, задел все-таки. Так, и, наверное... У меня тут молот. Туда, наверное, надо идти. Ну, пойдем. Бы выжить еще. На НГ плюс тут не так-то просто это сделать. Блин. О, видишь, что делают? Ну да, вот. Но то, что... блин, опять здесь. Надо пойти, надо того, как сразу бежать все-таки. Что хотел сказать? Я просто давно уже с копьем бегаю и немножечко отвык от мувсета этой суперпалочки своей. Жирный это. Не, урона не хват, урона не хват, не хватает явно. Даже не знаю, как там справиться-то.
С копьем там не вариант. У копья урон обычный все-таки не очень большой. Надо молот убрать, кстати. Потому что я им вообще не умею, он там уже не прокачанный. А, я хотел сказать, что смерть моя не закрывает эту красную стену. Можешь бегать, пока вот это... пока этот час не закончится. В принципе, пофиг на этого. Там где-то... Блядь, дайте пройти-то! Зараза. Там где-то лестница есть. Нужно попробовать на нее залезть. Во, вот так. Взять копье. На эти побежки не попал. Отлично. Отличная новость. Не попал. Блин, это плохо. Это очень-очень плохо. Блин, тут выжить очень сложно, хочу вам сказать. Придется вот так делать. Мне разбег нужен. О, еще и толстый пришел. Нифига себе. Так, зажимать меня тут не надо. Не надо, не надо меня тут зажимать. Блин, сложно. Съесть решил, да? Чтоб ты подавился, собака страшная. Блин, мне пиздец. Блин. Это жесть. Куда ты прыгаешь? Так, ага. Этот готов. А еще где? Наделись. А, вот. Зараза. Входи. Последний, что ли, остался? Блин. На эти. Вот, все, готово. Во, и вот, смотрите, видите? Ключ от башни Артега. Фу, что-то я аж... привспотел слегка от таких событий. То есть кому легко стало играть, повышайте сложность смело, легко не будет. Ну, слишком тяжело, конечно, тоже не будет, но нормально, сбалансированная сложность. Так, все, и теперь надо идти, собственно, дух бы перевести только сначала. Душ насыпали, 228 тысяч, офигеть.
Так, а куда идти-то надо? А, вот сюда, да? Я не знаю, что там в этой башне. Я там не был, я вот только ключ взял. Поэтому и пилю. А, да, кстати, вот в этот час, вот в этот час, когда стрелки часов вот в этом положении в красном, вот видите, вот это уникальный моб. С него, собственно, первый раз я броню его вышиб. А, вот еще один раз. То есть эту броню можно получить... Я уже четвертый раз ее получаю. Так. Тихо. Не-не-не-не-не. Блин, не сдохну. Так, у меня хилок нет. Плохо. Еще не вижу ни черта. Не то, чтобы совсем ни черта. Нет, ну вот башенка детектед. Так, надо свет включить. Блин, дайте свет включить, будьте редисками. Не видно же ничего. У-у-у, тут что-то башня прям, целая башня. А этих толстячков копьем прям милое дело убивать. Чистый углерод. Еще чем дадут? Рыба. А, чистый углерод. Еще чистый углерод. А зачем мне столько чистого углерода? Не знаете? Так, тут секретиков вроде бы никаких нет, да? Тут что, засада? Куда ты, блин, бежишь, дурачок? Ксионы. Мой контакт перестал отвечать, думаю, условия информации моих экспериментов, временем, хотел бы, бла-бла-бла. О, господи. Не хочу это читать. Так, тут бы еще и не заблудиться бы, и что сделать, наверное, элементарно, да, как обычно, и как бы еще все найти. Так, пришел я оттуда, здесь больше ничего нет, видимо, и тут куча трупов каких-то. Прочитать, наверное, все-таки надо было, но лень. Так, и куда это ведет? Ага, ну это выход, понятно.
Ну, то есть тут кроме чистого углерода и этой записки ничего нет. Вы мне это хотите сказать? А супероружие? А потайная дверь? А еще что-нибудь? Ну, похоже, тут больше ничего, собственно, и нет. Только гора трупов. Да, но этот секрет, в смысле, эта башня покоя не давала. Хотя, как выясняется, она, в общем-то, и бесполезна. Только ради утолить свой интерес. Что же за этой дверью? Да? Так получается. Получается, что так. Ну, вообще-то это немножечко печально. Хотя, может быть, я что-то пропускаю. В этой игре это неудивительно совершенно. Ну, в общем, может быть, я что-нибудь не вижу сослепу. Как ее открыть, я, в общем-то, показал. Это была моя задача этого видео. Если вы тут что-нибудь еще найдете, напишите там в комментах. Я буду рад. Ну все, пока.